وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق تفضلا واصطفى من عباده رسلا وبعثهم مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نحمده سبحانه ونستعينه ونسأله المزيد من فضله وعدله، ونعوذ بالله من أسباب سخطه ونقمه وزوال نعمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله تنزه عن الصاحبة والأولاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاء بالصدق وصدع بالحق صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العلي العظيم أن يعيذنا وإياكم من النار ومن خزي النار، اللهم آمين. دراغي براتيا بلا خطبة زيس برا أداب إعادات كولتورا واسبتانيا تشلويكا إلودي между собой. А здесь есть адаб с Аллаха Азза ва Джаль, как человек ведет себя с Создателем. И для этих братьев Аллахи поведение с Аллаха Азза ва Джаль очень большие пользы. И урожай всего этого такву Аллаха Азза ва Джаль, хакка тука. Как даже в начале аята в сурат Аль-Хаджа Аллах говорит: «Я айюха ан-насу такву раббакум, инна зальзалата ас-саати шайун азим». Иттаку раббакум. Что требуется от раби Аллаха Азза ва Джаль? Такву Аллаха Азза ва Джаль. И Аллах Азза ва Джаль говорит: «Залика ва ман юазим шаир Аллах, фа иннаха мин такву аль-кулуб». Поистине, когда человека уважает и относится к обряду Аллаха Азза ва Джаль с та'зим, величество, возвеличивает, читает это самые-самые важные дела в нашей жизни, обряды Аллаха Азза ва Джаль, «Фа иннаха мин такву аль-кулуб». Это говорит то, что у человека есть богобоязненность. Не понароже, братья, не как мунафиков. «Л-а'мали дзахира, такву аль-кулуб». В сердца есть богобоязненность. Аллах Азза ва Джаль говорит: «Залика ва ман юазим хурумати Аллах, фа хуа хайру Аллах». Это лучше для него, когда человека остерегает. И для него хурумат Аллах, все запрещенное, которое Аллах запретил, это великое дело, не подходит к ним. Если мы смотрим, братья, почему посланники и табиинов, и сподвижник, и праведник, они были на истинном? Потому что они относились к Аллаху Азза ва Джаль. Они не смотрели «изам аз-замб», как мы сейчас думаем, насколько это большой грех. Они смотрели «изам аль-халик», насколько величество Аллаха, который я пред него стану и делаю этот грех. Большой он или маленький, это не играет никакой роли. Он грех. Пред кого ты совершаешь этот грех? Пред Аллаха Азза ва Джалли ты совершаешь такой грех. Большой или маленький, неважно. А важно «изам Аллах». Много людей говорят: «Я уверовал в Аллаха», «Я уверовал в Аллаха», «Мы верующие». А это недостаточно. Потому что «юмину биллях» – это не то условие, которое надо. Аллах говорит: «Иннаху кана ля юмину биллахи л-азим». Надо уверовать в Аллаха и в величество Аллаха, Азза ва Джаль.
Насколько он могущим? Насколько он... У Аллаха есть и сила, и мощь. Муътазила, одна из самых страшных заблуждений, направления в ислама, и их немало, пусть Аллах наставит всех на истинном, муътазилиты. Они все у них по логике. А на сегодняшний день есть также кораниты, кораниты. Есть люди, которые говорят, сунна не учит, давайте, только по Коранам. И даже в Аллахе слышал, один из них говорит о сурат Аль-Кахф, про народ, Яджуж ва Маджуж, в последней странице. Они говорят, а где Яджуж ва Маджуж? Аллах говорит про них в Коран. Просто Аллах сказал про Яджуж ва Маджуж. А Писание сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадис. Они говорят, где они? Спутник у нас есть сейчас, местоположение. Могли их бы найти, если они есть. И начинает человек включать свою логику. Это куфр. Это открытие дверь куфры, когда человек начинает, оставляем сунна. Это не, она не велика. И давай только по Коранам. Это большая ошибка. Аллах Азза ва Джалли, братья, говорит для Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Учил этого великий Аллаха через Джибраил. ما ينطق عن الهوى. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не как современный там писатель берет стакан кофе и сидит где место, где природа, и сидит пишет его книга, сочиняет нам книга, там пишет, там делает, придумает. Это не было так. У Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, откровение, когда спускался Джибраил, когда это было летом, он говорит, за миллионы, покрывайте меня, покрывайте меня. Аллах говорит, инна санулки алейка каулян сакиля. В Коране это очень тяжелые слова. Но для кого? Не для каждого человека. Некоторых людей включают Коран, и он вообще занимается другими делами. И вообще разговаривает, и ему Коран просто, чтобы баракат был в машине. Чтобы баракат был у меня в магазине, или не знаю, где я работаю. Да? А это каулян сакиля. Это тяжелые слова. Когда ты остановишься на аятов, когда ты понимаешь, о чем речь, так когда даже ты изучал тафсир на русский язык и знаешь, что такое «Альхамду лиллахи раббиль аламин», что такое «Малик и Яумиддин», что такое в Коран, это каулян сакиля. Это не просто так можно так наслаждаться и ложиться где-то, и там еще в телефоне, и где-то места копать, и Коран. Ну, пускай, это баракат будет. Это для лечения, не для этого. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда было зимой, он вспотел, когда спускался Джибраил. Поэтому, братья, если мы будем наблюдать просто в Коранам и посмотрим, как они относились к этому, как они обратились к Аллаху, Азза ва Джаль, и могущество Аллаха, и страх обрет Аллаха. Читаем Бируи, человека, мужчина и женщина, которые совершали ошибку. От кого наше потомство вообще? От Адам и Хавва. Отец и мать наш, каждый из нас, да? Что они сказали? Когда после совершили ошибку, не как многих из нас сейчас, когда ошибаются, скажут, это предопределение Аллаха. Это Аллах. 50 тысяч лет назад Аллаха меня предопределили этого. Я что делаю? Я даже когда я что-то делаю, грех, это потому что Аллах, потому что я это хотел. Субханаллах. Мы даже грех, свои грехи, и то, что мы думаем, и то, что мы совершаем, мы этого на Аллаха, Азза ва Джалли, кидаем. Это су-адаб. Это невоспитанность Аллаха, Азза ва Джалли. Нету этикет, нету культуры. Вообращение не между собой. Это к Аллаху, Азза ва Джалли. Поэтому даже слово богобоязненность, некоторых из нас даже не мечтает о нем. Пусть Аллаха дарует каждый из нас. Хакка тука, ва хакка таква. Они когда совершили грех, они не сидели, думают, давай как надо с Аллаха, Азза ва Джалли. Как в судный день. Я Аллах, Азза ва Джалли, в сурат Аль-Кахф говорит, ва кана ль-инсану акзара шайин джадала. Поистинным человека среди создания Аллаха большинство, кто любит спорить и доказывает, что он прав, хотя он не прав. Они сказали, «Каля, Раббана, валамна амфусана». О Аллах, мы совершили зол в отношении нашей нафс.
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. А если у Аллаха ты не простишь и помилуешь нас, мы будем из числа людей, которые находятся в убытках. Заннун, Юнис, он ничего плохого не сделал. Он просто чуть-чуть понервничал. Это мы каждый день это делаем 50, 60, 100 раз. Понервничал, можно сказать так, хлопал дверь и вышел. И решил оставить его народ. Сколько можно позвать, и никто, никого, и никто его не слушает. Он вышел. И Аллах Азза ва Джалля говорит, «Заннун, иззахаба мугадибан». Заннун, Юнис, хозяин кита, кит, да, который захаба мугадибан, он вышел, гнивался немножко, захаба, ушел с гневом. Фазанна алла накдира алей, он думал, что мы не сможем его так сужать дорога, мы не можем ставить его в испытание, чтобы он вернулся. И валлахи милость Аллаха, когда ты что-то с тобой случится, Аллах начинает тебя, закрывает эту дорогу, сужает для тебя вот эта дорога, чтобы ты вернулся. Это говорит то, что еще Аллах Азза ва Джаль в ожидании тебя. И Аллах в ожидании каждого. Тауба, чтобы человек вернулся. Но когда Аллах сужает для тебя в рызк, в здоровье, в шорт, чтобы ты задумался и вернулся, это милость Аллаха Азза ва Джаль. Дуа Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, братья. Я хай, я кайюм. برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم الله جوشي الله который дает и дарует برحمتك استغيث يا прибегаю к твоей милости الله в этой дунья в ахират اصلح لي شأني كله справляй как ты хочешь как тебе угодно الله справляй все мои положения وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَرْفَتَعَي и не оставляй меня на себя даже не миг глаз как моргнет не оставляй секунду на себя если Аллах оставит тебя на себя ты будешь заниматься так как ты хочешь и Аллах тебе не возвращает это самое большое наказание в этот дунья и валлахи в ахират будет для тебя лучше оставить все твои дела упования на Аллаха Азза ва Джаль пусть Аллах решает за каждого из нас Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в его дуа Он говорит, «Анил кадар». «Ин кадарта ли шай, если ты предупределил для меня какие-то испытания или трудность, «Сумма рдыни би». Сделай, чтобы я был доволен этого. Я доволен. Но ты сделай так, чтобы я больше был доволен, чтобы я не возражал, чтобы я не сказал, почему так и для чего этого. Поэтому на сегодняшний день выходят люди и начинают. Яджуж ва маджуж, где этот ая меня не так, этот ая та не так. Аллах Азза ва Джалля, братья, Сказал Юнис, что сделал, когда оказался в трудности? Дуа, валлахи, делайте его, когда вы попадаете в пробку, когда вы в трудность, когда вы где-то находитесь, место, которое ты думаешь, даже ты не видишь отсюда. Ла вазаннуну иззахаба мугадибан фазанна алла накдира алейхи фанада физзулумат. В темнота, в мрак. Фанада физзулумати алла илаха илла анта субханак. Инни кунту мина аз-залимин. Ла илаха илля анта субханак. Инна кунна мина аз-залимин. Он слова таухид сказал Аллаху Азза ва Джалла. Ла илаха илля анта субханак. Причисти тебе Аллах. Поистине, инни кунту мина аз-залимин. Я за это поступка, то что я чуть-чуть злился, за то что я ушел и оставил мой народ, я был из числа людей, которые находятся в зулм, несправедливость в отношении своей нафси. Сулейман, алейхиссалям, это шукрум фиддарра. А шукрум фиссарра, когда Аллах тебе дает, ты должен забывать про него? Нет, братья. Аллах говорит, «Валя ин шакартум, ла азиданнакум, валя ин кафартум, инна азаби, ла шадид». Если вы будете благодарны, я вам добавляю, дам больше и больше и больше. Валяин кафартум, это не куфр вилля. Кафартум, это значит, я оставлю религию. Нет, валяин кафартум, если вы не будете благодарны. И скажете, альхамду лилля, это дети даровал Аллаха. Это машина даровал Аллаха. Здоровье от Аллаха. Счастье от Аллаха. Религия, альхамду лилляхи аля ни'мати ль-ислами ва кафа биха ни'ма. От Аллаха. Все, что у нас есть, только лишь от Аллаха, Азза ва Джалла.
لأزيدنكم. А если ты скажешь, ну это я взял, потому что я умненький. Я вот сделка сделал, пошел, встретился, а я хорошо подвешен на язык, я умею говорить, красноречие у меня прямо видел. И начинаешь хвалить себя, это проблема корон. Корон что сказал? Иннама утитуху аля ильмин инди. Все, что у меня есть, это по причине знания. Я умный был, я умел читать, там, совмещать, там, сделать сделка, встретиться, отсюда взять сюда и сделать. Это куфр. Валя ин кафартум, если вы это сделаете, инна азаби ля шадид. Вы увидите величество, наказание Аллаха. Вы это в дунья и в ахират. Когда вы лишите это в дунья и в ахират. Что сказал Сулейман, алейхиссалям? Рабби аузи'ни ан ашкура ни'матак. التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Он благодарил Аллаха, но он еще просит у Аллаха, что даруй мне Аллаха больше слова шукр, чтобы я больше был благодарен. Он все закончил запас слова у него. Аузи'ни, еще даруй меня, ан ашкура ни'матак, чтобы я благодарил тебя за твои блага, которые ты меня наделил. Аллати анамта алей, то, что ты меня наделил, субхан Аллах. Да он хочет и благодарит Аллаха за себя и за свои родители. За то, что было у родителей, даже он хочет за родителей это делает. Ва аля валидай, ва ан а'мала салихан тардаху, даруй, чтобы я в это имущество, в это богатство, в твой рызк, который ты меня наделил, чтобы я был благодарен. Тардаху, благие дела, чтобы я совершил, которые ты будешь доволен Аллаха. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. И даруй меня твою милость, я Аллах, чтобы я был среди из числа людей, которые салихи в милости Аллаха в дунья в ахират. Валлахи, братья, шукрин ни'ма. Шукрин ни'ма. Когда мы думаем сейчас о наши братья и сестры, пусть Аллах Азза ва Джалла облегчит для них в Палестине. Когда мы думаем о глоток вода, который нету. Просто если мы так подумаем, последний там месяц назад, когда они собрали, субхан Аллах, не страшно то, что они не дышали, все мусор. Собрали мусор, привернули казан, и под казан вот на кирпичи сделали, разжигали вот это мусор, все, под казан. И последний остатки хлеб, последний остатки мука, и начали делать лаваша на казан, привернутый. И с мусором. Это месяцы назад. А сейчас зима. Вы представляете, они собрали последние дни дрова, мусор. И пластика, и бакетовые, и не знаю, там, и бумагой, и все, что попало. И тряпка, все сделали. Сейчас они чем топят, братья? Газ нету, дрова нету, свет нету, вода нету. А мы на сегодняшний день сидим. Если чуть-чуть обогрев сиденья не работает, мы можем не ездить на машине. Обогрев ролла у меня не работает, я сразу обращаюсь к мастеру. Понимаете? Валлахи, Абу Бакр плакал, когда просто положили для него финик, холодная вода, и мед, и хлеб. Посланник Аллаха говорит, почему ты плачешь? Хотя он вышел из дома с голоду. Он ему говорит, я вспоминал ая в сурате Такасур. Сумма ла тусалюнна яума идин ани наим. Поистине вы будете спрошены пред Аллаха Азза ва Джаль за это наим. Финик, холодная вода, и мед, и хлеб, это наим? Это для нас наим? Это для нас, даже если он дома, мы не смотрим. Мы сразу звоним там в суши-роли, или звоним, где пицца, или это вообще ни о чем. Это даже закуска для нас по утрам, так мы не можем это делать. А это наим у Абу Бакр. По сравнению с нашими братьями и сестрами, у кого нету сейчас даже дрова, даже маленькие ветки там из дерева остатка не осталось для них. Вода нету. Сумма ля тусалюнна яума идин ани наим. Я видел некоторых братьев, они воспитывают своих детей. Валлахи билляхи я был. Вот тарелка они заказали, не знаю, там, блоф или что-то кушает. И он так показывает перед всеми, говорит, сыночек, ты за себя убрал? Я за себя убрал. Ты за себя убрал? Да, папа, я убрал. Выкинул все в мусор. А сыночек, ты заказали ему тарелка за 200 рублей, блоф полный. А сыночек, ты думал, он поел? Максимальный сыночек в 4-5 лет, он там 5-6 ложек покушал. И остатки. Мы учим свой дом, мы тебе показываем то, что мы учим, этикет наш ребенок, чтобы убрал за себя. А куда он убрал? Он выкинул в мусор. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям,
И Умар, ради Аллаху анхи, один из людей, как самых великих людей, Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, хайр и бани Адам, самый лучший среди сыновья Адам, когда увидел кусок хлеба, кана янхани, он в положении, как в руку'а, спускался и взяли этот хлеб, и умиту анху л'аза, и очистить ему от ада, значит, тронуло ему где-то там мусор, где-то там песок, где-то грязь. Юмиту анху л'ажа, фаюсамми ллаху и акулюху. И затем он очистит его и делает бисмиллах и кушает. Кусок хлеба Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ценили этого, братья. Женщина, имраа мин бани Исраиль. Женщина от семейства Израилев. Ее ребенок сделал туалет по-большому. Маленький ребенок. Она там лен дойти до салфетки, до тряпки, не знаю, да, подмывать его. Взяла кусок лаваша, тонкий лаваш. Взяла и вытирала ребенок. И засунула там. Не хотела стать змеей, засунула там, в стенку. Трещины там, стенка засунула туда. Аллах Азза ва Джалли сделал, чтобы эта женщина, она была богатой. Потеряла все ее имущество. И в один ночь она была насколько голодная, она ничего не нашла, пошла к этому месту, где она засунула вот этот кусок лаваше и вытаскивала, и почистила, и кушала. Валлахи, не делайте так, чтобы Аллах сделал нам, чтобы мы вернулись к мусор и бахушили отсюда, где мы выкинули. Это милость Аллаха Азза ва Джалли. Сейчас мы воспитываем наших детей и самого себя, насколько я это, не забывайте. Каждый из нас не надо забыть, когда-то в один день у меня даже рубль, железный рубль даже купить, кусок хлеба не был. И я это кушал, что попало. А когда Аллах Азза ва Джалли дает, мы начинаем забывать, братья. Мы начинаем забывать про Аллаха Азза ва Джалли и могущество Аллаха Азза ва Джалли. Ибрахим алейхи салям в Коран, когда он говорил об Аллаха, писал его создатель, говорит: «Аллази халакани фахуа яхдин». Аллах, который меня сотворил и дарует меня хидаят. Сотворил создатель и хидая от Аллаха. Поэтому надо сказать всегда «Альхамду лиллахи аля ниамати ль-Ислам». Аля ниамати ль-Хидая. То, что я даже, то, что я на религии, то, что я знал, что такое Аллаха, кто такой Аллаха и кто такой Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Азихи ниамату азима. والذي هو يطعمني ويسقين. И Аллаха меня накормит и напоит рызка от него. И когда наступил момент болезни, тоже болезнь, испытание от Аллаха. Ибрахим не мог эти слова сказать. Язык так не повернулся, говорит: وإذا مرضت. А когда я заболеваю, как будто он сам эту болезнь себе дает, فهو يشفين. Аллах дарует меня что? Шифа. Он мог сказать: والذي يمرضني ثم يشفين. وإذا أمرض فهو يشفين. Так не сказал. Это воспитанница Аллаха. Это высший уровень воспитанницы Аллаха. وإذا مرضت. Когда я заболеваю, когда я неаккуратно одевался, относился к болезни, серьезно там не знаю, там не одевал маски время, не знаю что-то, чтобы этого, да, он читал себя болезнь от него. Он даже не говорил Аллаха, а когда ты меня даешь болезнь, ты меня даешь исцеление. Нет, он говорит, когда болезнь настигнет меня, Аллах дарует меня шифа. Потесните чуть-чуть, пожалуйста, братья. Места мало. Айюб алейхи салям. Мы все говорим терпение, как терпение Айюба. Хотя никто из нас Аллаха не испытывал половина, и даже и 10%, и 5% от испытания Айюб. Когда его жена попросила, все, имущества нету, здоровья нету, даже запах от него было. Алейхи салям. Жена продала последний ее волос. Все, что у нее был, последний волос. Она ходила даже по дома зарабатывать, работает. Первое время приняли, потом нет. Твой муж больной, возможно, ты заразишь наши дети и наши там жены. Нет, все, больше даже не работает. Когда он это видел, и жена попросила. Как он попросил у Аллаха, Азза ва Джалли? О Аллах, достаточно уже хватит. 40-50 лет я уже болею. 20 лет, давай, дар исцеления. Все, я потерпел, хватит. Валлахи, братья, говорит Айюб. Ва Айюба изнада Раббаху. Он призывал к свой Господь: «Рабби, о мой Господь, инни массани». Массани это, вот смотрите, я так и сделал, это массани. Тронуло меня, коснуло меня. Инни массани я дур, ва анта архам ар-рахимин.
о Аллаха, меня коснулось чуть-чуть болезни, немножко ты меня испытал. Но поистине я Аллаха, анта архамир рахимин. Твой милость, ты самый милостный. Даруй меня это исцеление, я Аллах. И попросил у Аллаха исцеление. Аль-Хидр, алейхи салям, Аль-Хидр, когда научил Муса, и он сказал, допустим, в ая, «Вамма сафина», о себе я говорил, «сафина». Бабрикас кого он, братья, там, сверлил в этот совет, сломал там доску в нее, сделал дефекты в этот, недостатки в этот корабль. По приказу Аллаха, это «Вамма янтыку аниль хава», это вахи от Аллаха был. А он, когда это сделал, он говорил, «Вамма сафинату фаарадту ан аибаха», я решил спортить ее. Да, он даже что-то не то, он не сказал, Аллах сказал меня там, спорти этот сафина, корабль, сделай в нее, сверли в нее, разруши вот этот сафина. Он говорит, фаарадту ан аибаха. Амма там аль-джидар факана льгулямайни ятимайни фаарада раббука. Остальные дела Аллаха захотел, а когда касается там дефект или что-то не то, он сразу говорит, я это захотел. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, братья, говорит, «Валхайру куллюху илейк». Все блага Аллаха от тебя. «Вашарру лейса илейк». И зла это не от тебя никогда не бывает. Хотя это, братья, Аллах говорит в Коран, «Ванаблюакум бишшарри валхайри фитна». Мы будем испытать вас и зла, и добро, а это является испытание для вас. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد فلولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلنا ربنا سكينتك علينا وثبت الأقدام إن لاقينا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل اللهم عليه في الآخرين وصل اللهم على سيدنا محمد في كل وقت وملأ وحين آية براتيا كتوريا ناتشل سورة الحج ومن يعظم شعائر الله أبرياد الله عز وجل تشتو الله عز وجل الزيل الفرد لناس من يعظم كتو это увеличивает кто это возвеличивает, кто это считает очень важным в его жизни, это говорит о богобоязненности в его сердце. И Аллаха любит так. Хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ахаббу л-а'мали иля Аллах». Самый любимый амаль, говорит Аллах, азза ва джаль, «Ас-салах аля вактиха». Когда наступит время намаз, чтобы ты сразу читал намаз. Вовремя читать намаз, не отложить. Спросили один из ученых, про ая, где Аллах Азза ва Джалла говорит, «Валлазина хум аля салатихим даимун». Те, которые постоянствуют на их намаз. Тафсир ая как? Мы всегда читаем этот ая, но есть ученый, другой тафсир бывает немножко. Даимун, даимун, это постоянный, типа читает намаз, не пропускает. А это ученый, братья, знаете, что говорит? Даим. Хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда человек заходит в намаз, янсубаджаху иля Аллах, направляет его лицо в направление Аллаха в кыбла, насаб Аллаху ваджаху иля. Аллах Азза ва Джалла тоже пред него. Аллах Азза ва Джалла наблюдает за него в его намаз. Маалам яльтафит. Пока он не где-то не повернулся, пока он не где-то ничего не сделал в намазу, вот такие нарушения, Аллах Азза ва Джалла отходит. Вот этот ученый говорит, да имун, то есть он читает намаз из начала до конца, не делает никакие нарушения в намаз. Не поднимает голову, не смотрит сверху, ни по бокам не смотрит, не слушает там разговоров, не отвлекается в намаз. Да, он постоянно в намаза. Намаз зор, значит он в намаз зор. Значит в аср, значит он в аср. Не так, намаз у него этот, с прерыв. Он читал, потом посмотрел где-то, читал, потом отвлекался где-то, читал. Нет, да, им. То есть ты пред Аллаха, и Аллаха наблюдает за тобой. Не отходит, не отворачивается от тебя. Это тафсир ая. Валлахи прекрасный тафсир аятов. Так же, когда мы сидим с друг другом. Суфьян ас-Саури сидел с людьми и говорит, «Араайтум, рахматуллахи алейхи, араайтум, видите, если среди вас есть стукачики, знаете, которые докладывают, да? Если среди вас есть, там, который докладывает султанам, правитель, а ваш разговор сейчас. А мутакаллимуна фи шай? Вы что-нибудь скажете? А?
Вы что-нибудь там скажете что-то так против политика или правительства? Скажете? Они говорят, нет, конечно, мы не скажем. Он говорит, потому что кто-то возьмет, докладывает от вас до правител или до органов, да? Да. А есть и с вами, субханаллах, ани льямини ва ани шимали каид. Два ангелов, которые докладывают от вас до Аллаха, азза ва джаль. Почему лишний разговор? Почему лишние, ненужные слова? Почему лягу? Почему вот там такие шутки, которые там наши, там в джахилия, я, если я не принял ислам, я еще тот человек, который вообще, весь община от меня сейчас поплакала. И сидит вот прямо гордится его джахилия. Я, если это, да, я в Новый год, в дальнейшие до времена просто начудил. А сейчас я уже, альхамдулилля, ну, чудо делает, теперь религия. И сидит это, вспоминает о джахилия. Ты понимаешь, что Аллах, азза ва джаль, муттали алей. Есть ангелы, которые докладывают это все к Аллаху. Есть ангелы, которые... «Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи ракибун атид». Кто наблюдает и кто записывает. И все идет к Аллаху, азза ва джаль. «Хаза лейса мин аль-изам». Это не является то, что человека возвеличивает Аллаха, азза ва джаль, и могущество Аллаха, и то, что Аллах наблюдает над нами. Салат аль-джума, братья. Валлахи намаз джума. Билляхи это со мной случилось. Звонят некоторых братьев. Салам алейкум, брат, шейх, да. А вы когда читаете намаз? Я говорю, ну хутба в час 15 начинается. Не-не-не, не хутба, вот намаз. А, ну где-то к 2 часов. А, ну я подъеду к 2 часов. То есть хутба вообще людей не нужна. Человек, который как мясорубка, да, понимаете? Человек, который жизнь его обмотала, лево, право, 7 дней прямо, понимаете? Он прямо бегает. Если ему скажет там... 700 километров, там сделка, которую ты зарабатываешь, там, не знаю, 1050 или 100, прямо сел за рулом и попрощался с семьей и поехал. И понимаете, а когда вот хутба джума, ну, я приду к намаз. Мы это делаем, чтобы снимаем от себя просто джума. Меня задали ребята, которые не читают в определенный мечеть за определенных людей. Мы пойдем в этот мечеть и прочитываем намаз. Мы его даже не слушаем, имам. А для чего тогда? Вот это хутба. Половина джума. Она вместо 2 ракаата, зухр у нас 4. И тут 2 из них это хутба. И условия хутба, то что сидит, слушает, не отвлекается. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Маммаса аль-хаджар факад лага». Вот раньше они сидели на пол, и где там песок и камни. Кто играл в камень вот так? Вот играл в камень, так расшевельнул его там и так. Да? Лага, все, джума нету. Человека не был на хутба. А тут по телефону и снимает время хутба, и не знаю, с кем-то разговаривает, и сообщения, и отвечает. Не может человека даже, субханаллах, та'зим, та'зим, ша'аир Аллах, яум аль-джума. Вот люди, которые не приняли ислам, писали, говорят, кайфа юдиллу кау. Как может быть в заблуждении народ, у кого есть каждую неделю такое собрание, как джума. Но они, конечно, не знают, как мы приходим на джума. Они не знают, как наше отношение к джума. Да, джума это просто я пришел, некоторых так шапка кидает на себя, там, и поспал, и разбудит ему когда на икама. Он даже не пошел, не обновил омовение. Он встал и продолжал. Он как сидел, Аллаху алям, как сидел. Омовение сохранил, не сохранил. Но он пришел. Почему пришел? Джума. Я пришел на джума. Чисто просто джума. Побить на джума и встать. Валлахи, братья, джума это заряд. Джума это типа как телефон. Ты заряжаешь ему каждый день и в день по 2-3 раза, а джума это на неделю. Аллах Азза ва Джалли, братья, не хвалили алимов за ильм. Первые, трое, три виды, категории людей, которые будут разжигаться с ним ад в судный дня, один из них алим, ученый. И в хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, будет уляма, который кишки не через рот, а через низ вываливается в судный день, и он будет вокруг них, как осел, кружит. Алим, сознание. Аллах не говорил, то, что войдет в рай посредством ильм. Аллах Азза ва Джалли говорит, «Тилькумуль джанна, уриттумуха бима кунтум та'малун». Вот рай. Вот для вас рай. Это для вас как наследство. Посредством чего? Амаль. Посредством того, что вы сделали. Посредством отношения к Аллаху и к религии Аллаха и к суннат Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто оставляет сунна и думает, что сунна это нет, не серьезно, я отношусь только к Коранам и к аяту Аллаха и этого. Аллах Азза ва Джалли приказал, что мы должны делать хукм,
суннат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Натахакам илейхи ва иля суннатихи. Кто считает, борода не нужна. И там, не знаю, там человека, там штаны нет, не надо, да, я так одеваю, как хочу. Это я так делаю, как хочу. А это что такая балшка называется, сивак, это не наши, вообще там. Кто издевается над суннат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, того человека, который уходит из религии Аллаха. Потому что Мухаммад и религия Аллаха это одно и то же. Кто оставляет религию Аллаха Азза ва Джаль, ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. Кто слушает Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он прямо слушал Аллаха Азза ва Джаль. ومن يعصي. Кто оставляет Мухаммад, издевается над него и над его сунна саллаллаху алейхи ва саллям. Он оставляет религию Аллаха Азза ва Джаль. Ибн аль-Кайим, братья, говорит: "Валлахи, человека не будет брит Аллаха Азза ва Джаль. Воспитанный. И не будет культура, и воспитание человека брит Аллаха Азза ва Джаль, и не будет ему богобоязненность, пока он не наблюдает, и сделает три шаги. Первый из них – сиянатиль муамала, алла яшубаха бинакида. Он должен относиться с Аллаха Азза ва Джаль, осторожность, сияна, остерегается, сохранит отношения между него и Аллаха, религия Аллаха, и шариат, и суннат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, алла яшубаха бинакида. Не должно там быть ни капли сомнения. Вот Аллах сказал, я просто делаю так, потому что, чтобы мусульмане не обиделись. Нет, ты делаешь так, потому что благо там, где Аллах сказал. Ты должен доверить Аллаху Азза ва Джаль и сунна, и шариату в полностью. И никакие сомнения не должно быть там. Сиянат аль-кальб, алла йальтафит ли гайр Аллах. Ты должен сохранить сердце. И максимально не пускает в свои сердца гайру Аллахи Азза ва Джаль, упование на кого-то кроме Аллаха Азза ва Джаль. Ва уфавиду амри иля Аллах, инна Аллаха басирум биль ибад. Ая. Поистине я оставлю все мой амр к Аллаху, и поистине Аллаха наблюдает за каждый раб из его рабы. Аллах знает для меня, где благо и где зло. Аллах знает для меня, где хорошо и где плохо. Поэтому человек не должен оставлять никакие сомнения в хукм Аллахи Азза ва Джалли, в шариа, в этого. Дальше, сиянат аль-ирада бима ямкутака алейхи. Всегда должно быть не то, что ты делаешь и остерегаешься. Нет, ты еще ты делаешь ирада. Ты делаешь это с хотения, с желания. Я это делаю, потому что я люблю. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит про намаз: джу'илят курата айни фи ссала. Сладость, наслаждение у меня глаза, сладость, глаза мои в намаз, когда я пред Аллаха Азза ва Джаль. Человек должен это делать с любви. Он когда неделю, он это не держит, один раз пост, для него это как так? Не проходит неделю. Когда человека не раздают садака один раз, как так? Значит, Аллаха не дают меня, значит, что-то не то. Фильтрует в своей жизни и думает, я сунан оставляю, я только читаю фар, и что со мной не так? Аллах не пускает меня к сунан. Человек должен всегда думать, пускает тебе Аллаха Азза ва Джаль или не пускает. Религия Аллаха Азза ва Джаль, братья, он туда пустит того, кого он пожелает. И в Аллахе Аль-Азим никто не думает, когда муаззин говорит «Хайя Аль-Салах, Хайя Аль-Фалах», не думает, что ты приходишь в мечеть за то, что ты недалеко от мечети живешь, или то, что тебя, не знаю, там, из Кавказа, или ты араба, или ты таджик, или узбек, или татарин. Нет, ты приходишь только туда. بحول الله وقوته. Лишь только с разрешения Аллаха, с могущества Аллаха Азза ва Джаль, приходит человека туда. Знаете, когда человек делает еще сделка, сделает с кем-то, говорит, давай я покупаю тебя, и человек говорит, все, последняя цена у меня 105 тысяч. Ему говорят, ну 5 хотя бы уступим. Он говорит, нет, вот 5 тысяч до 100 ты меня отдашь, я не буду больше уступить. То есть, почти мелочь до крупной суммы. Это человека раздражает, любой человек. Вот как с ним сделать? Вот жадный прямо, да последний. А ты в религии Аллаха Азза ва Джаль, ты должен именно вот это копейки до крупной. Ты должен думать, а сунна до фард. Это не говорит то, что я говорю, кто кого-то оставляет фард. Но насколько сунна этого, она прикрывает твои вот это отвлекание в намаз. То, что ты где-то посмотрел, то, что ты где-то подумал, это очень важно. Это заплатка для твоей сау. Вот камис, и он порвался. Я сразу думаю, какие нитки и какой подходящий свет, чтобы зашить вот здесь.
И вот надо, вот понимаете, как случилось сразу, надо сразу думать. Поэтому сунна, братья, не оставляйте ее так. И никто не думает, то, что я могу понять Кораном без Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Могу понять религия без, не знаю, там, изучения шариатов или фикх. Аллах Азза ва Джалля говорит, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Ман юридиллаху бихи хайран, юфаккиху фиддин». Того человека, который Аллах Азза ва Джалля дарует для него и желает для него блага, он дарует его понимание, этот религия. Валлахи билляхи таллахи, братья. Никто из нас не начинается никогда бизнес, не изучай. Или не доверяй того человека, который изучал этого. Даже если ты сам не изучал бизнес, приходишь к человеку, который ты ему доверяешь. Как, брат, я вкладываю туда миллион, но ты, пожалуйста, подсказываешь меня, где, как, когда забрать деньги, когда это делает, когда расчет, когда отчет. Да это все мы спрашиваем. Также, если у тебя нету фикх, ты должен доверить один человека. А это не только претензия к братьям, к прихожанам, мечеть. Валлахи, претензия также к имамам, которые делают люди отвращение из этот мимбар. Имамам, которые стоят и здесь разговаривают о политике. Имамам, которые стоят, которые разговаривают там, собрать деньги, не собрать деньги, отправить, привезти, отвезти. Худба и джума, и религия Аллаха, и мимбар, и михраб. Лишь только в пользу раби Аллаха Азза ва Джал для дава. Просим Аллаха Азза ва Джал, чтобы он использовал каждый из нас в пути Аллаха Азза ва Джал, в религии Аллаха Азза ва Джал. Просим Аллаха Азза ва Джал, чтобы он оживил каждый из нас на таухид. Аллахумма ахьина аля таухид, ва амитна аля таухид, ва бафна аля таухид. Аллахумма худ би айдина илейка ахзил карами алейк. Аллахумма ла тумитна илля ва анта радин анна я раббал аламина я Аллах. Аллахумма джаль джам'ана хаза джам'ан мархума, ва тафаррукана мин ба'дихи تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا استخدمنا لرفعة هذا الدين اللهم استحفظنا كتابك اللهم اجعلنا من علماء هذه الأمة اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى وأراد الهدى اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا الله اللهم لا تجعلنا ممن بدل وضيع هذا الدين اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله وابعثنا على لا إله إلا الله اللهم ارزقنا سلامة في قلوبنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم أوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا ارزقنا البركة في أولادنا وفي أرزاقنا اللهم ارزقنا البركة في الدنيا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله اللهم إنا نستنصرك لإخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم داوي جرحاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم أطعمهم يا ربي من جوع وأمنهم من خوف اللهم خذ بأيديهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم عليك بأعدائهم أعدائك أعداء الدين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين أرنا قوتك وقدرتك فيهم يا الله اللهم عليك بأعدائنا أعداء هذا الدين اللهم أرنا فيهم يوما أسود كيوم عاد وفرعون وثمود اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم اجعل بيوتهم كبورهم يا الله واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى اللهم ارزقنا صلاة في رحابه ووقفة على أعتابه اللهم اجعلنا من أهل المسجد الأقصى الذين باركت فيهم ومن حولهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة